Есть более страшная часть. Она в последнее время, или точнее десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно готовится, не готовится, а разлагается общество внутри страны. Неважно, там кто-то говорит молодежь, кто-то говорит не только молодежь, но это разложение идет, казалось бы, незаметно. К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии или бывшей Югославии, со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал. Не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать вместе. Это и Милошевич, и Караджич, и генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна, собственно, разлагается изнутри. И внутри создано настроение, система такова, что, в общем, довольно сложно удержать ее. И, собственно, все это была такая большая целенаправленная работа, когда из одной страны Югославии получилось 6 государств. И крайнее, вот вы, наверное, уже на ваших глазах, это Косово отошло. После этого было много разных. Был Каддафи и Ливия, был Саддам Хусейн и Ирак, был Тунис, в котором так или иначе, но сейчас опять возобновляются эти события. Конечно, была Сирия, был Египет. Кто-то устоял, кто-то не устоял.